Это мамины подопечные. Три котята родились вместе. Двое больших, а он тот масюсенький, масюсенький. Это ихняя тетя или дядя, не знаю. Но не мама и папа. Те другие. А вот этот сейчас туда идет, идет и свалится. Посмотри, очарование какое. А вон там брат с сестрой. Вот такая у нас жизнь.